Гофрированная бумага, капля клея и деревянная шпажка – все, что нужно, чтобы создать цветок к празднику. В День Победы такие цветы подарят ветеранам и участникам бессмертного полка. Цветы рукодельницы создают не в первый раз, но такое важное задание у них впервые. Чтобы гвоздики получались правильной формы и размера, мастера помогали тем, кто пришел на мастер-класс на всех этапах. Самое сложное для участников стало, самым сложным стало скрутить бутон. Легче получалось создать стебель. В мастер-классе мастеров, профессионалов, которых город узнал на фестивале «Герои рабочего класса», приняли участие 14 человек. Каждый сделал несколько гвоздик в трех цветах – красном, белом и розовом. Букет из самодельных цветов начинающие мастерицы в День Победы подарят ветеранам и участникам шествия «Бессмертный полк». Никто не забыт, ничто не забыто, да, что мы все вместе и готовы сейчас, в мирное время, приложить какую-то, вложить свою лепту в победу, уже подарив ветеранам наш знак признательности.